Сегодня мы с вами рассмотрим такие обзорные, сделаем вебинар, где вы узнаете, какие виды дохода вы можете получить, какая есть перспектива, в чем заключается суть работы, что нужно делать и как вы будете получать доход, как получаем доход уже мы. Задача – понять и разобраться во всем, потому что только тогда, когда вы будете понимать, что нужно делать конкретно, как делать, тогда все будет получаться, тогда все остальное дело техники. Мы сотрудничаем с компанией Oriflame. Наш партнер – это международная компания, очень известная, на 50 лет уже на рынке, почти в следующем году компания будет отмечать свой юбилей. И вот здесь на слайде обозначены, на мой взгляд, очень важные критерии, очень важные моменты, по которым мы отбираем себе партнера. Мы сотрудничаем, наша команда сотрудничает с компанией Oriflame уже более 10 лет. И мы начинали работать в офисе, мы начинали работать офлайн, как теперь принято говорить. Потому что тогда еще не было так, в общем-то, развит интернет. И сейчас я вам показываю картинки, фотографии нашего обучения, наших тренингов, которые мы проводили на природе, которые проводили мы в офисе, арендовали классы, залы, ездили на обучение в Киев, проводили обучение в Чернигове. Это все было в реальной жизни, мы обучались, и это один из важных моментов, это одно из важных условий, которые нужно обязательно это учитывать и обязательно нужно обучаться, потому что без обучения очень будет трудно что-то систематизировать и трудно будет получить результат. Поэтому это очень важно. И, конечно, при системной и систематической работе всегда будет результат. И здесь вы видите фотографии, видите путешествия, видите признания. И моя первая конференция это была в Риме, и я была свидетелем, когда получала Тамила Полежаева самую большую премию, которую компания Oriflame выплатила пока мисс одному человеку в мире, это $1 000 000. Я была этому свидетель. Поэтому все, что я буду говорить, это не понаслышке, это все я проверила своими глазами, своими ушами, видела и слышала. Я сейчас перечислю обзорно основные виды доходов и в чем заключается система вознаграждения. Я сталкиваюсь часто с тем, что многие воспринимают компанию Oriflame как компанию, работающую по каталогам. Да? Да, такое есть, такое было. Сейчас компания принимает новое направление, развивает направление интернет-магазинов и немножко фокус меняется. Но показывать каталоги никто не отменял, и если у кого-то есть необходимость зарабатывать деньги сразу, такая возможность есть. Компания это не забирает. Да? То есть если деньги нужны сразу, вы можете подработать на показе каталогов. Компания предлагает три возможности. Первое – это экономить, пользоваться дисконтом. Минимальный дисконт – это от 20%. Дальше он будет увеличиваться по мере продвижения по уровням карьерной лестницы. Вторая возможность – это получить немедленную прибыль. И третья возможность – это получение дохода за организацию товарооборота методом рекламы. Итак, первый доход, который мы все можем получать, это экономия. Да? Это небольшие деньги, но если посчитать, что мы экономим ежемесячно, то в среднем при наших подсчетах выходит это среднемесячная зарплата. Если в течение года мы покупаем продукцию, компания Oriflame, экономим сумму, то в итоге за год набегает это среднемесячная зарплата. Ну, например, средняя, которая по Украине. То есть в итоге где-то 1000-1500 мы экономим, покупая у себя в магазине. Второй вид дохода – это объемная скидка. Объемная скидка от продаж, от организации группового товарооборота. Эту объемную скидку сначала мы получаем на свой регистрационный номер. После оформления второго договора с компанией, после оформления документов частного предпринимателя, оформлением налоговой, мы эти деньги получаем на расчетный счет, на карточку банка, которую выбираем самостоятельно. Бонусы. Бонусы, которые мы получаем от компании, это от обучения наших лидеров. Премии. Премии – это единовременные премии, которые тоже мы получаем в зависимости от продвижения по карьерной лестнице,
по уровням. Дальше я подробно это расскажу. Также присутствуют ситуационные бонусы, то есть компания может и очень часто анонсирует, например, вот сейчас действует у нас лидерский клуб, да, это ситуационный бонус, который назначен на какой-то краткосрочный период времени. Но это тоже хорошее вознаграждение, тоже хорошие деньги. И очень приятно, если еще такой у нас вид дохода, так я определила, это не финансовые факторы, это подарки. Это можно получить подарок телефоны, можно получить машины, ноутбуки, нетбуки и, конечно, путешествия. Наверное, из вас уже многие слышали об этом и знают, да, что компания очень щедра на подарки, на бонусы и на акции. Я пришла лично в компанию, потому что меня заинтересовали вот три основные такие вида дохода. Это как объемная скидка, бонусы плана успеха и премии. Вот эти три вида дохода мне были очень интересны. И именно сегодня мы о них поговорим, наверное, больше всего. Что же самое главное сейчас понять? Конечно, я сужу по себе, да, и говорю то, что близко мне. Важно понимать, зачем я здесь, зачем. Вот зачем я зарегистрировалась, например, да, покупать для себя дешевле продукцию. Я зарегистрировалась, чтобы зарабатывать деньги. Какой целью? Вот этот вопрос задайте себе каждый, обязательно. Почему? Потому что ответьте себе просто по-честному. Но обязательно разберитесь во всех возможностях компании. Обязательно разберитесь в своей перспективе, а потом принимайте уже окончательное решение. Итак, почему я пришла в компанию? Конечно, я не исключение. И как многие, я хочу жить лучше. Что мне интересно особо, вот я здесь выделила 7 основных пунктов, возможно, какие-то из них вам тоже будут близки, возможно, все 7 вам понравятся. Это вот те пункты, которые для меня, скажем, были ключевыми для принятия серьезного решения рассмотреть возможности компании, возможности сотрудничества и рассмотреть это как бизнес. Первое – это возможность получения пассивного дохода. Что такое пассивный доход? Это тот доход, который мы получаем, не работая. Не работая. То есть однажды выполнив работу, мы получаем свой доход многократно. Это интересный момент. Я думаю, что для всех он тоже будет приятным, если кто еще не знает о том, что такая есть возможность компании Oriflame. Возможность передать доход по наследству. Конечно, это в первую очередь говорит о стабильности бизнеса и, конечно, говорит о серьезности, да. То есть то, что здесь все наработано. Кстати, номер регистрации, который сейчас есть у каждого из вас, это ваша собственность, которую вы можете передавать по наследству. Конечно, большую роль сыграло для меня то, что здесь не нужно вложений, значит, нет финансовых рисков. Скажем, я по натуре скептик, потому что имела опыт традиционного бизнеса. Мне нужно понимать, знать, проверить. Только тогда я принимаю какие-то решения, только тогда, как говорится, я полностью вникаю, полностью, как говорится, вхожу в тему. Так вот, я вам хочу заявить о том, что я проверила вот этот момент, что здесь можно заработать деньги без вложений. Здесь не нужно выкупать продукцию, здесь не нужно продавать, здесь ничего не нужно вкладывать. И первое время, я вспоминаю, когда я только зарегистрировалась, я показывала каталоги и даже себе покупала продукцию на ту разницу, вот немедленной прибыли на эти 20%, раньше они были 18, 23, потом были 18%, теперь 20%. И я могу тебе сказать всем, абсолютно уверена, что здесь можно заработать деньги, построить бизнес без вложений, а значит без финансовых рисков. Так как я это проверила, то я понимаю, что этот момент интересен всем. Это значит, что многие люди здесь могут без вложений заработать деньги. Это значит, что мое предложение будет интересно многим. Именно поэтому я здесь вижу большую перспективу. Еще потому, что продукт у нас ежедневного спроса. То есть ее нужно продавать. Каждый человек утром встает, да, он пользуется средствами личной гигиены, которые постоянно заканчиваются. Это тоже о многом говорит, да. Компания работает легально, да, это очень важно для меня, потому что люблю спать спокойно. Сейчас я плачу 5% налоговую, плачу пенсионный фонд и сплю спокойно.
У компании есть собственное производство, есть 5 заводов. Компания производитель. Это значит, что гарантия качества, это значит, что вся продукция сертифицирована. И, конечно, я работаю напрямую от производителя. Дело в том, что в прошлом я тоже производственник, поэтому для меня этот момент тоже был очень близкий, но очень важный. И, конечно, система выплат по маркетинг-плану очень интересна, я скажу, лучшая, которая есть сейчас на рынке, по крайней мере, СНГ. И то, что еще очень приятно, это лояльность компании. Что такое лояльность? Это значит, вы выбираете сами темп работы, это значит, вы выбираете сами время работы. Вот есть условия, которые вы можете выполнять, можете не выполнять. То есть у вас нет строгой отчетности, все только от вас зависит. Здесь нет начальника. И здесь нужно понимать, что вы здесь строите именно свой бизнес, вы здесь не работник по найму. Здесь нету начальников. Это как плюс, это же можно рассматривать как минус. Почему минус? Потому что у многих есть вопросы с дисциплиной. Поэтому, если вы человек дисциплинированный, то предложение сотрудничества, на мой взгляд, на данный момент, вот уже 10 лет, это лучшее предложение на рынке Украины, на рынке СНГ. По поводу лояльности. Да, вы можете здесь активно поработать какой-то период времени. Можете выйти на пассивный доход, вы можете остановиться, можете не работать. Потом можете вернуться в компанию, и компания тоже будет дальше с вами сотрудничать. На мой взгляд, это тоже очень интересное и важное предложение. Так, идем дальше. Итак, мы знаем, что компания предлагает три возможности. Первое – это экономить. Это приятно, да, потому что это то, что мы сэкономили, можно считать, что то, что мы не потратили, считайте, что мы заработали. Второе – это мы можем заработать, показывая каталоги, и такая возможность есть – заработать немедленные деньги. Пускай это будет 100, пускай будет 200, пускай будет 300 гривен, но такие деньги никто вам не постучит в дверь и просто так не даст. Хотя в нашем проекте мы говорим, что наша основная идея – это не продажи. Это не продажи. Хотя это тоже разрешается, и никто, скажем, вам это не запрещает делать. Такая есть возможность. Мы же предлагаем рассмотреть возможность построения и развития, создания своего собственного филиала интернет-магазина на базе продукции компании «Oriflame». Мы предлагаем работать через интернет. Это удобно, это можно работать с любой точки, в общем-то, 40 стран мира, 48 стран мира у нас входит международное спонсирование. Поэтому неважно, где вы находитесь, главное, чтобы был интернет и главное ваше желание. У каждого из нас, кто-то, может, знает, а большинство, может быть, и не знает, уже есть по умолчанию филиал своего интернет-магазина. И что вы будете с этим делать, только вам решать. То ли вы будете просто покупать для себя, то ли вы будете развивать свой интернет-магазин. Это, в общем-то, дело каждого. Это ваше решение, и вы здесь решаете сами. Я сегодня расскажу, вот с моей точки понимания выгоды, пользы, что нужно делать и как делать эффективно, для того, чтобы вы приняли решение, и мы с вами работали как партнеры, зарабатывали деньги вместе. Итак, какая наша основная задача? Конечно, делиться информацией. Конечно, делиться информацией о том, что может каждый человек, притом нету никаких либо условий именно вот на регистрацию. Да, здесь важно желание человека. Регистрация стоит по Украине 19 гривен. Даже бывают акции у нас довольно часто, когда регистрация может быть бесплатной. И вот в прошлом каталоге такая как раз акция была. Поэтому по большому счету вы приобретаете уникальную возможность развития своего интернет-магазина без вложений, без рисков, без ответственности за доставку товара. Всем этим занимается компания-производитель, компания «Oriflame». Наша задача только создать поток, наш интернет, наш филиал интернет-магазина на базе продукции компании «Oriflame». И наша задача создать партнерскую потребительскую сеть. И вот здесь картинка, да, мы видим, что мы создаем сеть, потребительскую сеть.
именно партнерскую. Можно вот просчитать очень быстро, в чем заключается смысл нашего бизнеса. Я люблю цифры, я люблю просчеты, тогда у меня складывается картинка, понимание, что нужно делать и конкретно как. Так вот, в чем смысл нашей работы? Наша задача – это создать товарооборот для компании, и мы его создаем методом рекламно-информационной работы. Нам компания платит от 3 до 24%, на Украине от 6 до 24%, по России от 3 до 22% с объема продаж, который мы организуем с группового товарооборота. В среднем, для просчетов, так оно есть по факту, да, это выходит 10%. И здесь есть простая математика. Например, вы один пришли, вот только сейчас зарегистрировались, и вы пригласили одного человека. Всего лишь одного за время каталога, да? К примеру, самый такой минимальный просчет. Вас уже двое. И дальше каждый повторяет ваши действия. Вы опять приглашаете одного, и опять приглашает вас всех тоже одного. И таким образом, вот по схеме простая математика, увеличиваются люди, которые вы регистрируете, которые находятся в вашей структуре, которые находятся в вашей системе, в вашем интернет-магазине. И при том каждый из них также может развивать свой интернет-магазин точно как вы. Где же будет браться товарооборот, если нет продаж? Да, мы заявляем о том, что можно зарабатывать деньги, не продавая. Так вот, можно зарабатывать деньги, не продавая, на личном потреблении. Почему? Потому что в нашем интернет-магазине продукты ежедневного спроса. То, что мы пользуемся каждый день, когда встаем утром. Да? Это шампунь, мыло, зубная паста и так далее. Все видели каталоги, все знают, о чем идет речь. Так вот, если методом простого просчета, если 1000 человек купили для себя, для своей семьи всего лишь на 100 гривен, то товарооборот прошел по вашей системе, по вашему интернет-магазину 100 тысяч. Ваш доход 10% – это 10 тысяч гривен. Очень простой как бы просчет. Часто бывает, люди говорят, что сетевой бизнес не для меня, да, сетевым бизнесом я не буду заниматься. Хотя мы хотим этого или не хотим, да, мы все равно все в системе, и мы все равно все, скажем так, создаем потребительскую сеть. Только вопрос, чью, свою или чью-то. О чем я хочу сказать? Вот справа есть такая картинка, да, где есть очень хороший вопрос. Скажите, приходилось ли вам когда-либо рекомендовать для своих родственников, друзей, знакомых то, что вам понравилось? Возможно, книгу, возможно, видеофильм. Вот напишите в чате, приходилось ли вам просто так что-либо рекомендовать? Возможно, вы посмотрели какой-то фильм хороший, вам понравился. Возможно, вы сделали какую-то покупку в магазине, и вам понравилось обслуживание, возможно, вам товар понравился, возможно, вам продавец понравился, да, и вы просто рекомендуете. Ты знаешь, вот мне понравилось, вот, да, к стоматологу, да, можно рекомендовать, можно все что угодно, можно книгу рекомендовать, можно какой-то товар, можно какую-то услугу, можно портную, можно врача и так далее. И если вы это делаете, то вы это осознанно или неосознанно создаете потребительскую сеть. Вопрос только кому. Так вот, если мы дадим рекомендацию, если мы пригласим в обычный магазин и дадим рекомендацию человеку купить, например, шампунь, условно возьмем, да, например, рекомендовали мы несколько человек. Эти люди, опять-таки, рекомендовали уже своим знакомым купить в этом магазине, например, шампунь. Да? И вот по вашей рекомендации магазин пришло 1000 человек и купила шампунь. Ну, вам скажут спасибо, возможно, знакомые ваши, возможно, директор магазина, хотя навряд ли, он даже об этом может и не знать. Но если вы рекомендуете купить шампунь, опять-таки это условно, да, я говорю, например, шампунь или что-то другое в интернет-магазине компании Oriflame, при том со скидкой минус 20%, то есть если человеку хорошо, и он также может, как вы, рекомендовать, то ваш доход... то ваш доход составит 10 тысяч гривен. Вот и вся разница.
Кроме этого, когда вы этот уровень подтверждаете еще 8 каталогов, это полгода, то вы получаете премию от компании в размере 1000 долларов по курсу у нас банка. Здесь вот на картинке, которая у меня есть слева, да, здесь вот пишется, например, вы старший золотой директор. В первом уровне у вас есть 3 человека, которые вышли на уровень директора. Это значит, вы получите, кроме премии, еще получите бонусы. Помните, я говорила, что у нас есть объемная скидка, которую мы получаем, как зарплата идет. У нас есть бонусы и у нас есть премии. Вот сейчас я чуть-чуть подробно об этом расскажу, чтобы было понимание. Итак, когда мы обучаем наших людей повторять наши действия, вот в чем заключается сам смысл и сама система? Нам нужно научиться самому рекрутировать, то есть размещать рекламу, да, регистрировать людей на сайте. Нам нужно самому научиться организовывать личный товарооборот. Вот научились сами рекрутировать, нужно научить своих людей, которых вы зарекрутировали. Научились сами делать товарооборот, нужно научить своих людей создавать, организовывать личный товарооборот. Очень простые действия. И вот обучая тому, что вы умеете сами, у вас создается структура, которая при определенном объеме продаж 7,5 тысяч баллов называется директорской. Это значит, ваш доход будет от 7 тысяч гривен, от 7 тысяч гривен. Когда вы помогаете одному человеку, да, вы обучаете, вы передаете свой опыт, передаете свой навык, он также, как и вы, выходит на уровень директора, он тоже получает свою зарплату, и при подтверждении своего уровня, когда вы подтверждаете, и когда ваш человек подтверждает, да, то и вы, и он получает премию в размере 1000 долларов, 1000 долларов по курсу у нас банка. Когда вот здесь у меня картинка, где человечки нарисованы. Когда у вас появляется один директор, который 8 каталогов из 17, который 8 каталогов из 17 подтвердил свой уровень, то компания вам за вашу работу выплачивает премию в размере 1500 долларов. Когда 2 человека в вашем первом уровне повторили вас, да, и закрыли уровень директора, компания выплачивает премию 2000 долларов. Когда 3 человека, компания выплачивает 3000 долларов. Кроме этого, это называется единовременные премии. Это то, что компания выплачивает один раз за вашу активную работу, за ваш опыт, который навык, который вы передаете и обучаете людей. Так вот, вот присмотритесь, да, мне очень вот нравится такой момент, когда один директор, да, один человек, который закрыл уровень директора, компания вам дает премию 1500 долларов. Когда еще плюс один, всего 2, то за второго директора еще плюс один вам дает компания уже 2000 долларов. Плюс еще один, компания вам дает премию в размере 3000 долларов. По-моему, очень замечательная прогрессия и очень интересные деньги, тем более как для Украины по теперешнему курсу доллара. Верхняя картинка. Давайте тоже мы ее рассмотрим. Здесь касается бонусов. Это бонусы, которые компания выплачивает, опять-таки с товарооборота уже ваших директорских веток. Поставьте, пожалуйста, плюсики, что-то пишет, что нету звука. У меня вроде бы все работает. Звук есть. Угу, хорошо. Напишите, пожалуйста, Ирине, что нужно ей перезайти. Возможно, у кого нету звука. Угу. Написали, уже поняла. Хорошо. Да, так вот, бонусы, которые компания выплачивает, это если премию мы получаем один раз, единожды, то бонусы мы получаем каждый каталог с директорских веток. И это именно тот пассивный доход, который мы можем получать, уже активно не работая. На каком уровне и как останавливаться, это каждый решает тоже сам. Возможно, сейчас для вас это вот, скажем, информация такая обзорная, не очень понятная,
Здесь просто вы для себя обозначите, что кроме зарплаты, кроме объемной скидки, компания щедра на премии и компания щедра на бонусы, процентные бонусы, которые вы получаете с своих директорских веток. Дальше в дальнейшем у нас будут занятия по маркетингу. И обязательно мы совсем очень подробно разберемся. У нас есть на нашем канале YouTube плейлист «Маркетинг», тоже можете посмотреть. То есть здесь вот обзорное, чтобы вы понимали, что мы здесь работаем не только получая одну объемную скидку, да, то есть не только зарплату, мы здесь получаем очень шикарные еще премии и бонусы. С уровня золотого директора, это когда вы вырастили, помогли выйти на уровень директора всего двум людям, то компания уже приглашает вас на бесплатные конференции. На бесплатные конференции приглашает самые, скажем, экзотические страны мира и Европы. Совершенно бесплатно за счет компании. Я вам хочу рекомендовать вот то, что нужно первое сделать, это обязательно изучите маркетинг-план компании. Это важный документ, согласно которого компания выплачивает деньги. И свой доход согласно маркетинг-плану можно просчитать и высчитать, то есть когда и какую сумму вы хотите получать. Вот здесь я в табличку выбила проценты, баллы, да, суммы дохода, которые компания гарантирует выплачивать при выполнении вот процентных уровней. Итак, первый столбик – это у нас Украина. Второй столбик – у нас другие страны, в том числе Россия. Немножко маркетинг разный, но очень похож. Итак, первый столбик – Украина, второй столбик – это другие страны. Немножко отличаются у нас процентные уровни и баллы бонуса. Но давайте мы сейчас вот рассмотрим, да, например, уровень 24% – это уровень старшего менеджера, это когда объем продаж составляет 7500 баллов. 7500 баллов, много или мало, сейчас мы это рассмотрим, и как их можно сделать, и как их сделать можно быстро, как можно сделать эффективно их. Так вот, вот мы сейчас смотрим строчку, где 24%, и доход у нас на уровне старшего менеджера от 7500 гривен. В рублях это будет 25, но у нас сегодня в основном Украина здесь. Да? И здесь расчет идет у нас. Расчет у нас идет вот гривны, рубли, тенге. С уровня директора, в чем отличие старшего менеджера и директора? Старший менеджер – это человек, который вышел на уровень 24%, когда в течение 8 каталогов из 17 в течение года человек подтверждает этот уровень, то он уже, ему присваивается звание директор, зарплата, естественно, у него увеличивается, и он получает еще премию в размере $1000. Когда у вас, например, вы директор, да, под вами тоже растут лидеры, под вами есть партнеры, которые повторяют вас, и когда один человек выходит на уровень директора, то ваше звание называется старший директор. Вы получаете премию в размере $1500. И когда два человека, вы получаете премию, кроме зарплаты, ваша зарплата где-то 15-16 тысяч гривен, и премию получаете $2000. На страничке 54 маркетинг-плана компания утверждает, так оно и есть, что с уровня золотого директора вы можете получать пассивный доход. То есть вам не нужно уже никакие отрывы, вам не нужно ничего, как говорится, следить за отрывами. Да? То есть компания вам выплачивает пассивный доход. Задача не забыть только забрать свои деньги и сделать заказ на свои баллы бонуса. Что же нужно для того, чтобы успешно развивался наш бизнес, чтобы мы росли по карьерной лестнице, чтобы мы зарабатывали деньги? Очень все просто, как все гениально. Нужно делать всего лишь три действия. Как мы говорим, есть правило 3П.
Вот это правило выполняют у нас все, начиная с новичков, менеджеров, директоров, золотых, бриллиантовых президентов. То есть для всех, кто хочет развиваться, кто хочет развивать свой интернет-магазин, кто хочет расти по карьерной лестнице и увеличивать свой доход. Очень простые три действия. Первое – это пользоваться продукцией. Пользоваться продукцией и организовывать свой личный товарооборот. Второе – это приглашать людей, рекрутировать. Да? Мы рекрутируем методом рекомендаций, мы рекрутируем методом размещения информации в соцсетях, на досках объявления, через интернет. И третье, конечно, мы всегда обучаемся. Всегда на каждом уровне есть свое обучение. И, конечно, очень важно везде, это чтобы было желание обучаться, делать и достигать. У нас командный бизнес. И в этом есть большой плюс. Чуть позже я покажу в картинках, покажу в схемках, почему это так и в чем именно преимущество. Так вот, идея, сама идея построения бизнеса заключается, первое, еще раз повторяюсь, это поменять магазин, там, где мы раньше покупали, на магазин компании Oriflame. То есть то, что мы раньше покупали, те средства личной гигиены, косметику, парфюмерию, покупать компанию Oriflame. Покупаем для себя, своей семьи. Второе действие. Мы приглашаем, рекрутируем людей в свою команду и учим каждого новичка повторять наши действия. Так все гениально просто, так и простые наши действия. Задача, сложность в том, что это нужно делать постоянно. И в этом, конечно, есть, скажем, сложность, поэтому нужно не забывать и работать системно и систематически. Кто, не останавливаясь, это делает, достигает результата все. Итак, давайте мы разберем буквально вот, скажем так, обзорно для понимания самой сути, да, чем мы пользуемся каждый день и что мы, как каждая семья покупает в магазине. Наверняка сегодня утром каждый из вас вот пользовался перечисленными продуктами. Да? Шампунь, кондиционер, гель для душа, мыло, зубная паста, еще щетка зубная, здесь нужно было добавить крем для рук, дезодорант и так далее. Вот это все составляет примерно 30 баллов бонуса. Много или мало? Ну, скажем, и немного, и не мало. Да? То есть это все необходимые продукты, которые так или иначе мы все равно идем в магазин и покупаем, которые так или иначе мы раз в месяц все равно обновляем вот свою эту потребительскую корзину этими продуктами. Потому что они просто расходуются, потому что это уже у нас как бы товары ежедневного потребления и вообще первой необходимости. Так вот, у нас есть у каждого друзья, кумовья, соседи, братья, сестры, да, родители. И задача наша для того, чтобы мы могли обеспечить стабильность своего дохода, задача научиться делать 150 баллов бонуса. Это условие от компании, которое она дает для того, чтобы мы получали все объемную скидку. Сначала на свой регистрационный номер, потом на расчетный счет банка. Это не обязательно делать прямо в первые дни регистрации. Да? Задача – это научиться делать. Как это может быть? Для этого у нас будут занятия. Также у нас есть на YouTube-канале плейлист, называется ЛТО, расшифровывается личный товарооборот. И там есть много рекомендаций, как это можно сделать. Хочу обозначить такие три основные момента. Когда мы лично пользуемся продуктом, то мы можем, конечно, на этом экономить. Это приятно, это важно, это удобно. И экономия идет минимально от 20%. Здесь написала я 20, 44, 52. По Украине минимальная экономия 20%, в принципе, по всем странам, да, СНГ. А по Украине, в зависимости от вашего уровня, еще на ваши личные покупки, вы в дальнейшем будете получать возврат на свою объемную скидку. И суммарно это может быть 20% и плюс 24%, да, всего 44%. По России идет 52%. То есть это выгодно. Когда вы приходите в магазин, вот представьте, да, пришли вы в розничный магазин, и вы там видите, например, какой-то продукт, ну не знаю, там, например, ну что можно взять? Например, мясо, да, там 70 гривен.
и вам предлагают его купить за 35-40 гривен. Вопрос, будет стоять, брать или не брать. Если вы знаете, что продукция с гарантией качества, если вы знаете, что вся продукция сертифицирована, вам как постоянному клиенту, как лояльному покупателю, компания вот делает такую скидку. Конечно, вопроса не будет брать или не брать, будет вопрос стоять, а сколько взять, да, и кому взять, соседке, маме, свату, брату, куму и так далее. Когда вы покупаете для себя и пользуетесь, то всегда у нас есть свои личные впечатления. И, конечно, мы ими делимся, да, так или иначе. Когда мы хорошо выглядим, когда то, что нам нравится, конечно, мы делимся, и люди у нас сами спрашивают. И таким образом мы увеличиваем свой личный товарооборот. И когда мы сами пользуемся, мы можем посоветовать своим партнерам, которые у нас зарегистрированы в нашей структуре. Это значит, мы можем тоже своих партнеров научить повторить наши действия. Все очень просто. Мы учимся сами, тому, чему научились, мы передаем свой навык и опыт своим партнерам. Начиная с самых-самых простых действий. Например, размещение заказа. Да? То есть, когда мы с вами размещаем заказ, то мы научились заказ размещать, значит, мы можем уже свой навык и опыт по размещению заказа передать уже своим людям. Люди научились, они тоже могут дальше по цепочке передать умение размещать заказ уже своим партнерам. Итак, наша задача – это создать для компании товарооборот посредством организации сети потребителей. То есть мы продажами не рекомендуем заниматься, вот таковыми, как чистыми продажами. Да? Наша задача – это уметь создать совместную покупку на свой регистрационный номер. На эту тему будут у нас отдельные занятия, поэтому не буду здесь долго останавливаться именно о методах, как это можно сделать. Но хочу обозначить такие важные моменты. Что мы получаем, когда покупаем в своем магазине? Мы покупаем, не выходя из дома, мы пользуемся скидкой, мы можем участвовать в акциях. Вот была акция недавно, сделать заказ на 50 баллов, получить туалетную водичку. Подарок замечательно, почему бы нет, водички у нас очень приличные, и достаточно, там цены есть разные, начиная 300 гривен, 400, 500 и 900. Поэтому прекрасные акции, я думаю, что все были довольны, и кто получил водичку, я думаю, что будут очень счастливы. Также мы можем участвовать в распродажах. Обычно на вторую неделю у нас есть распродажи, поэтому рекомендую, когда распродажи, делайте буквально заказы первый, второй, третий день. Не тяните до конца каталога, не тяните до конца распродаж, потому что продукция с хорошими скидками будет разбираться, особенно сейчас, вот предновогодние дни скоро начнутся. Поэтому, чтобы потом не сожалели, что что-то не успели заказать, потому что продукция на самом деле пользуется спросом, люди покупают ее на подарки, берут для себя и так далее. И за наш собственный товарооборот, за нашу личную покупку нам компания еще делает возврат в виде объемной скидки на номер регистрации или на расчетный счет от 3 до 24%. Конечно, мы приобретаем качественный товар, натуральный, и имеем гарантию качества, и таким образом имеем защиту от подделки. Что важно еще сказать по обучению? У нас есть обучающий сайт. Ссылку на этот сайт вы получили в первом письме приветствия. Если вдруг по какой-то причине у вас не получается зайти на этот сайт, или вы еще не успели зайти на этот сайт, обязательно обратитесь к своему куратору, уточните, как это сделать. Ссылка и пароль должны быть у вас в письме. Обязательно подключитесь в Skype к своему куратору, своему спонсору. Обязательно подключитесь в чаты наши «Добро пожаловать, партнеры», потому что там будут ссылки, там будут рекомендации, там будут записи вебинаров, там будут инструкции по работе, по продукции. И обязательно будьте всегда на связи со своим спонсором, со своим менеджером. Как мы говорим, спонсор хороший достается тому, кто его достает. Поэтому не стесняйтесь, смело обращайтесь, спрашивайте, обращайтесь по всем вопросам. У нас есть плейлист, есть плейлисты на нашем обучающем канале, где по темам разделены все темы, которые нужны для работы. Конечно, нужно постоянно обучаться, и первые две книги, которые мы рекомендуем, прочитать, притом очень внимательно. Ссылочки на эти книги есть у нас в разделе «Новичок» нашего обучающего сайта. Это «Первый шаг», это «Бизнес-трафарет» и «10 уроков на салфетках». Это вот те книги, которые вам дадут понимание, представление, саму суть
нашей работы. И, конечно, обязательно посещайте вебинары. Если вдруг по какой-то причине у вас не получается быть на вебинаре или на планерке, то обязательно смотрите это в записи, потому что всегда что-то очень быстро меняется, всегда есть какие-то новые темы, какие-то есть новые изменения, и нужно обязательно об этом знать, чтобы это корректировать в своей работе, чтобы это применять. С чего же нужно начать? Я уже сказала о том, что после регистрации вам на почту приходит два письма. Одно письмо приходит от компании Oriflame, которым нужно обязательно активировать свою регистрацию, то есть нужно подтвердить электронную почту для того, чтобы ваш спонсор мог вам регистрировать людей. Наша система построена, работает так, пока вы разбираетесь в работе, пока вы вникаете, пока вы изучаете материал, проходите первые шаги на обучающем сайте, за это время у вас уже может быть в вашей структуре, в вашем интернет-магазине 1, 2, 3, 5, 10 человек. То есть в зависимости, как работает активно ваш спонсор, ваш куратор, такое количество может быть у вас. Для того, чтобы вы получали этих людей, была возможность их зарегистрировать вам в структуру, то вам нужно обязательно активировать свой регистрационный номер, свой аккаунт, то есть подтвердить почту. Это нужно сделать в течение суток, потому что потом эта ссылка, она, ну, как сказать, сгорает, да? И если вы на нее кликаете, там потом высвечивается информация, что там ошибка или что-то еще, то нужно обратиться к своему куратору, и тогда он вам отправит письмо повторно на почту. Это значит, что вы, ну, скажем, пропустили время и вовремя не подтвердили. Ничего страшного, просто нужно обратиться к куратору, он еще раз вам отправит письмо, и вы сможете подтвердить свою регистрацию. Если вы в течение 30 дней, в течение месяца не подтвердили свой аккаунт, то ваш аккаунт автоматически удаляется. Поэтому нужно подтвердить буквально в течение первых суток. Это будет правильно, потому что у вас сразу уже может появиться регистрация партнера. Вам спонсор может уже найти партнера. Это что касается активации. Второе, что нужно сделать. Пройти на обучающем сайте 5 шагов. Там информация несложная. Обратить внимание нужно обязательно на второй шаг. Там есть практические задания. Подписаться на рассылку на обучающий, чтобы получали приглашение на вебинары, получали рассылку от меня. Нужно добавиться в группы ВКонтакте, там есть ссылочка, добавиться в Одноклассники, добавиться на страничку для коллег. То есть там вы по ходу, по пунктам делаете то, что там говорится. Нужно будет подписаться на канал YouTube. Вот это главные моменты, которые нужно будет сделать. И, конечно, нужно будет просмотреть вебинары, которые касаются рекрутинга, даже не рекрутинга, которые касаются сути. Еще у нас есть на нашем обучающем канале такой плейлист, который называется «Для новичка». Там тоже есть информация, вот это то, что вам можно посмотреть, скажем, первое время. Обязательно нужно добавиться к куратору в Skype, обязательно нужно, чтобы он вас добавил в наши Skype-чаты. И следующий шаг – это нужно подтвердить свою регистрацию. Вот мы там активировали регистрацию, а здесь мы подтверждаем. В чем разница? В первом варианте, когда мы кликаем на ссылочку в письме, которую получаем от компании Oriflame, то мы активируем свой аккаунт, это мы подтверждаем почту, да, что это наша почта, что вы не робот, что вы подтверждаете свой аккаунт. А вот подтверждение регистрации нужно сделать балловый заказ. Система такова, что компания дает 4 каталога, это примерно 2 месяца, на подтверждение регистрации. Это значит, нужно сделать балловый заказ. Если вдруг в течение 2 месяцев вы забыли, уехали, там, да, не подтвердили свою регистрацию по какой-либо причине, то есть не сделали никакого заказа, то ваш номер автоматически удаляется из системы, потому что компания понимает, что вы не подтвердили, значит, вы передумали, значит, вам это не интересно, значит, это вам не важно, и тогда ваш номер удаляется автоматически. Почему мы рекомендуем это сделать в ближайшее время, именно подтвердить, и первый заказ может быть любой. Первый заказ может быть любой, посмотрите, что у вас заканчивается в ванной комнате, там, да, и сделайте обязательно первый заказ. Потому что по нашей системе работы под вами уже могут быть несколько человек,
Если ваша регистрация, ваш номер удалится, то уже вернуться в это место, где вы есть, да, и чтобы эти люди уже были у вас в структуре, уже не получится. Поэтому, если вдруг вы зарегистрировались и по какой-то причине в данный момент у вас там, не знаю, там нет времени включиться в работу, да, то вы можете просто активировать, наблюдать, вы можете потихоньку включаться, разбираться с вами или без вас, ваша ветка будет развиваться, потому что наверняка у вас есть вышестоящие кураторы, вышестоящие спонсоры, которые будут регистрировать людей, и таким образом с вами или без вас будет ваша ветка развиваться, с вами или без вас будет строиться бизнес. И чем раньше, конечно, чем раньше вы включитесь, тем быстрее вы будете получать доход. Это что касается подтверждения своей регистрации. У нас ввелось новое правило – это пройти нужную верификацию. Что такое верификация? Это нужно, кстати, всем вам, кто зарегистрировался до 26 числа, кстати, проверяйте почту, потому что компании тоже делают рассылку, и всегда есть актуальная информация. И вот от 26 числа, если не ошибаюсь, была рассылочка, что нужно обязательно пройти всем верификацию. Что это такое? Это подтверждение того, что вы – это вы. Для того, что, если вы пришли, для тех, кто пришел просто покупать для себя, то это делать не обязательно. Для тех, кто пришел зарабатывать деньги, это нужно будет сделать в течение 21 дня с момента регистрации. Вот для того, чтобы вы могли регистрировать людей под себя, свою структуру, свою первую линию. В течение 21 дня вы можете регистрировать, вот на 22 день эта функция у вас закроется. Поэтому нужно успеть в течение 21 дня выслать самостоятельно в своем кабинете, там загрузить нужно будет скан или фотографию своего паспорта. Как это делать, есть у нас видео, но как это делать, вам поможет ваш куратор, поможет ваш спонсор. И следующий момент, обязательно созвонитесь, обязательно свяжитесь со своим куратором для того, чтобы подобрать метод, который для вас будет подходящим работы. Мы работаем в соцсетях, мы работаем на досках объявления, мы работаем по списку знакомых, и вот из этих методов в дальнейшем это будет еще раскрутка личного бренда в соцсетях. И вот с куратором проговорите, спонсором решите, каким методом вы начнете работать. Я рекомендую работать как минимум двумя методами. Почему? Потому что тогда будет идти все это быстрее. Вот Ирина нам комментирует, что по как пройти верификацию, обращайтесь к своим менеджерам. Да, да. Ничего там сложного нету, но лучше обратитесь, чтобы все сделать правильно с первого раза. Это не нужно прямо делать всю секунду, у вас есть еще 21 день с момента регистрации. Если вы даже, это для того, чтобы вы могли регистрировать свою структуру людей, да, если даже вдруг, если пройдет 21 день, ничего страшного не произойдет, вы можете и позже отправить, скажем, сканы, да, ничего страшного, просто этот промежуток времени вы не сможете регистрировать, и все. В любой момент вы можете достать свою копию, и через сутки, через двое вы сможете уже регистрировать. Ага, да-да-да, вот Ира, да, хороший комментарий, да, получать скидку, с 9% уже, да, там нужно, чтобы получать скидку, да-да-да, я забыла про скидку. Дело в том, что у кого оформлен договор с компанией напрямую в плане получения денег на расчетный счет, то нам не нужно пройти верификацию, наши данные уже все давно есть у компании, вот, ну а вот здесь такой момент я упустила, да, Ирина, спасибо за подсказку, да, для получения объемной скидки это тоже нужно будет сделать. Вот это письмо, о котором я говорила, которое пришло в CLM от компании. Напоминание, что нужно пройти верификацию. И да, что нужно делать дальше? Нужно изучить способы рекрутинга, я сказала, да, и выбрать как минимум два. Что еще нужно понимать по поводу обучения? Что информации будет много, и будет каша в голове, это нормально. Вся она разложится, вся она устаканится. И здесь нужно просто дать на это время. Здесь нужно, чтобы это все у вас сложилось, как говорится, чтобы все пазлы сложились. И, конечно, нужно обязательно читать, смотреть и задавать вопросы спонсору.
Есть у нас на страничке, есть у нас страничка на обучающем сайте, это возражение. То есть для работы, для того, когда вы будете готовы уже рекрутировать и приступать к рекрутингу, приступать к работе, то, как мы говорим, нужно будет надеть бронежилет, это значит подготовиться с работой возражениями. Это нормально, когда возражения. Тоже у нас есть отдельные темы вебинаров, есть у нас книги, есть у нас печатные материалы, как отвечать на те или другие вопросы. Хочу обозначить, что когда человек возражает, это нормально, даже это хорошо. Это значит, человеку нужна дополнительная информация. И наша задача просто понять, в чем же, что скрывается за его возражением, какой вопрос. Нужно просто с этим научиться работать и всего лишь. Это вполне естественно, когда человек, скажем, возражает. Да? То есть всегда, чтобы, да, просто в жизни, да, это нормально, скажем так. Итак. Есть у нас еще такое правило 200 дней. Что это значит? Задача заключается в том, чтобы каждый день в течение 200 дней в день у вас было 10 контактов. То есть, чтобы с 10 людьми вы пообщались на тему дохода, так или иначе. И за это время, за 200 дней, это получается 2000 человек. Как быстро вы это сделаете, это вам решать, опять-таки. Это может быть подряд 200 дней, это может быть в течение года 200 дней, это может быть в течение 2 лет 200 дней. Но есть такое правило, что когда вы пообщаетесь с 10 людьми в течение 200 дней, то вы обязательно получите результат. Этот результат будет как минимум у вас уровень директора. Как минимум будете вы получать 7-10 тысяч гривен. Я даже предлагаю вот это отслеживать и отмечать в себе в календарике, да, чтобы у вас в течение 200 дней было 10 контактов каждый день. Это даст возможность прийти к одной регистрации в день. Сразу может не получаться, и сразу даже не будет получаться, потому что нужно будет наработать навык, наработать опыт. Вот и создание команды – это, конечно, дело времени, но к этому мы стремимся. И это получается со временем, получается у всех. Хочу обозначить три преимущества основные, которые у нас есть. Вот если взять все глобально, да, вот глобально рассмотреть вот нашу работу, то вот есть такой очень, на мой взгляд, важный, такой значимый, скажем, момент, когда мы за одну и ту же работу получаем каждый месяц все больше и больше доход. Вот вы вдумайтесь, на какой еще работе, да, вы можете это получать? Ну, я, например, таких не знаю, как, кроме как наша. Что я имею в виду? Например, каждый день, да, наша задача зарегистрировать одного человека. Каждый день мы делаем одну и ту же работу. Мы получаем деньги за организацию товарооборота. Эти люди покупают что-то для себя, кто-то включается в работу, но мы каждый день делаем одну и ту же работу. Мы каждый день приглашаем одного человека. Количество людей увеличивается, количество товарооборота тоже увеличивается, и, естественно, наш доход увеличивается. Ну, если провести такую аналогию, например, с учителем, да, вот, я в прошлом учитель, и ставка учителя в школе, это было 18 часов. Да? Мне, чтобы получить свою ставку, мне нужно было каждый месяц провести свои 18 часов в неделю. И зарплату я каждый раз получала одну и ту же. И сколько бы я ни работала, месяц, и два, и три, и сколько бы раз я ни проводила эти 18 часов каждую неделю, моя ставка оставалась неизменной. Я делала одну и ту же работу, и деньги были одни и те же. То здесь, делая одну и ту же работу, мы получаем доход больше, больше и больше. Важный, на мой еще такой момент, и очень интересный для меня важно, да, мы за качественную выполненную работу получаем многократно. То есть за однажды выполненную работу мы получаем многократно. О чем здесь речь? Речь это именно за обучение лидеров, то есть за поиск, привлечение и обучение лидеров. Потому что когда мы обучаем людей, мы выполнили эту работу тоже однажды, и каждый раз при покупке людей мы опять-таки получаем свой доход многократно. Но мы, или даже взять попроще, да,
даже если не лидеров. Мы один раз человека зарегистрировали, мы один раз его нашли, один раз рассказали ему, да, один раз показали ему, там, или два раза показали. То есть мы выполнили свой, скажем, объем работы, который необходимый, да, один раз, а получаем каждый раз при покупке этого человека. То есть за однажды выполненную работу мы получаем многократно. И, конечно, особенность построения наших структур – это наша командная работа. Это дает быстрый и стабильный результат. Как же мы строим наши структуры, как мы строим наши команды? Сейчас я вот схемно на картинках это покажу. Например, верхний человечек – это вы. Покамест вы обучаетесь, покамест вы изучаете материал, да, покамест вы вникаете, то я уже сказала, что вам, вашу структуру, ваш интернет-магазин, вашу систему, ваш куратор, ваш спонсор помогает регистрировать людей. И вы строите одну ветку, одну цепочку, да, регистрируете. В эту цепочку вы тоже регистрируете людей, и ваши партнеры, которые нашел ваш спонсор и вы, тоже в эту ветку регистрируете. Эта ветка, скажем, такая тренировочная, да, цепочка тренировочная. Задача здесь научиться регистрировать, научиться с людьми общаться, научиться людей сопровождать. Вот здесь у меня в кружочках обозначено, что синенькие кружочки – это регистрация спонсора, зелененькие – это ваша регистрация, желтенькие – это регистрация ваших партнеров. Вот таким образом мы строим в самом начале одну ветку. Когда ваша эта одна ветка выходит на уровень 6-9%, это как, почему говорю 6-9, потому что по России это будет 500 баллов, 6%, по Украине будет 9%, тоже 500 баллов, да? Вот, и когда в этой ветке уже есть партнеры, хотя бы два человека, которые регистрируют, которые включились в активную работу, вы начинаете строить вторую ветку. Вторую ветку вы уже строите самостоятельно. На первой ветке все мы тренируемся, и вторую ветку потом вы уже строите самостоятельно. Дальше в вашей первой ветке тоже появляются партнеры, которые уже работают самостоятельно. Вторая ветка у вас тоже выходит на уровень 6-9%. Там тоже появляются уже активные партнеры, которые активно работают и рекрутируют. Вы берете третью веточку. И вот таким образом получается построение у нас структуры. Первая ветка, самая главная, стержневая, она никогда не заканчивается. И таким образом у нас получается саморазвивающаяся ветка, саморазвивающаяся структура. Скажите, с этим моментом понятно, как построение? Это обзорное. Все вопросы, да, будут еще уточняться. Можете прямо сейчас задавать вопросы. Если по ходу, да, есть, но если что-то непонятное и каша в голове, то это нормально. Это нормально. Информацию можно будет прослушать в записи еще несколько раз. Обязательно нужно будет обратиться к спонсору, куратору с вопросами. И сейчас обязательно спрашивайте, что непонятно. Здесь просто нужно разобраться. Все остальное, получается, будет делать техники. Все остальное будет намного проще. Итак. Сколько нужно человек в группе? Вернемся к этому вопросу, потому что он у нас часто задаваемый. Сколько же нужно человек для того, чтобы выйти на определенный доход? Давайте посчитаем вместе. Например, в вашей структуре, да, в вашей команде 500 человек, которые купили один кусок мыла. Один кусок мыла у нас дает 1 балл. Да? То есть у вас по структуре 500 баллов. Ваш доход... В лучшем случае это будет долларов 10. Ну, говорю долларов, потому что гривна где-то будет 30-40, в рублях это будет где-то, сколько там доллар стоит, где-то 60, наверное, 100, да, рублей. То есть будет очень маленький доход. Если те же 500 человек купили, например, витамины и купили тоже мыло, то уже товарооборот получился. 60 баллов бонуса на каждого человека. Если эти же 500 человек сделали заказ на 60 баллов бонуса, то объем продаж по вашей структуре уже 30 тысяч баллов. То есть 500 человек умножить на 60 – это 30 тысяч баллов. Это уже уровень сапфирового директора. Это совершенно другой доход, это совершенно другие премии, это совершенно другие бонусы. Если эти же 500 человек
сделали товарооборот, лично организовали на 150 баллов бонуса, то ваш групповой товарооборот 75 тысяч. И ваш доход уже будет на уровне дважды бриллиантового директора. То есть это все схемы. Конечно, так в идеале не будет, чтобы все 500 сделали на 150. Но это то, к чему нужно стремиться. Это то, почему выгодно делать 150 баллов бонуса. Потому что у нас еще для новичков есть стартовая программа. Потому что у нас есть для всех партнеров это бизнес-класс. Много преимуществ, да, и самое главное – это получение объемной скидки при выполнении объема продаж личных на свой личный номер 150 баллов бонуса. И у меня вопрос. Чтобы вы задали сами себе, да, с какой целью вы пришли? Вы пришли зарабатывать? Тогда следующий вопрос. Когда начнем? Начнем с первых каталогов или будем раскачиваться? Один, два, три, пару лет. Я призываю, да, я утверждаю, что нужно начинать прямо сейчас, потому что сейчас лучшее время. Потому что сейчас люди, многие ищут не только экономию, многие люди ищут подработку. И у нас лучшее предложение, которое мы можем сейчас предложить людям на нашем рынке. И, конечно, для того, чтобы организовать многотысячные товарообороты, то нужно в первую очередь начать с себя, потому что есть перспектива получения пассивного дохода, потому что есть перспектива построения своего бизнеса и развития своего интернет-магазина. Просто нужно взять и делать. И здесь я еще раз хочу повториться, это важный очень момент, что нужно первое, что сделать, научиться рекрутировать. Вот научились, да, нужно научить своих партнеров, научились организовывать ЛТО. Научите своих партнеров. И дальше научите своих партнеров обучать уже их партнеров. Если разобраться, все очень просто. Все очень просто. Итак, часто задаваем вопрос, сколько нужно человек в группе. Вот есть такая табличка, на которой вот столбик, когда здесь показано. Если у вас будет средний товарооборот 10 баллов, если будет 20, 50, 75, 100 и 150, то какое количество людей должно быть, то вернее, какое количество людей при таком среднем заказе должно у вас быть в структуре для получения, ну скажем, серьезных денег. Да? Вот для получения, например, мы сейчас говорим о доходе 24%, здесь старая табличка у меня, да, хотя она подходит для России, 24% это уровень старшего менеджера, уровень директора, то если средний заказ 10 баллов, то нужно, чтобы было 750 человек. 750 человек. А чтобы получать те же деньги, если средний заказ будет 150, то нужно всего лишь 50 человек. Поэтому мы можем влиять на развитие нашего бизнеса, вообще на увеличение нашего дохода двумя показателями. Это средним баллом и количеством наших партнеров, количеством регистрации, которые есть в нашей системе, в нашей структуре. И вот этим можем мы лавировать. Это не является, скажем, опять-таки условием обязательным, да, потому что вот здесь просто табличка представлена. Значит, если нету среднего балла 150, значит, тогда нужно больше количества людей. Вы для себя каждый выбираете сам, как получается, как вы считаете нужным, как получается будет с вашего опыта, с вашего навыка. Но при выполнении определенного количества баллов, да, компания гарантирует выплаты вам на расчетный счет или на ваш номер регистрации. И есть хорошая новость, я уже не упоминала, о том, что с уровня золотого директора для получения дохода не нужно никаких отрывов. И это только есть компания Reflame. Только есть компания Reflame, это бизнес-сетевая компания, которая дает возможность получения пассивного дохода с уровня золотого директора. Здесь был вопрос в чате, сколько нужно в деньгах. В деньгах это у нас один балл по Украине, где-то
стоит, равняется 10 гривен. 1 балл 10 гривен. Это по цене каталога. Это 10, наверное, 11. Там в зависимости у нас баллы идут. Дело в том, что точную цифру, сумму нельзя сказать. Почему? Потому что у нас, если бижутерия, дает меньше баллов. Если туалетные водички и крема, дают больше баллов. Ну вот где-то, берите так, 10-12 гривен стоит 1 балл. На каждой продукции есть, на каждой, в каталоге есть напротив, возле, вернее, каждого продукта, есть возле стоимости, есть возле суммы, есть количество баллов. Так будет точнее просчитать. Или по прайс-листу. И еще есть одна табличка. Нравится мне таблички просчитывать, да? Чтобы было все наглядно. Это просчет бизнеса в цифрах. Вот сегодня мы говорим о 150 баллах, например. Да? Почему их выгодно сделать? Вот давайте мы рассмотрим следующую табличку. Первое. Это у нас идет номер каталога. Да? Первое у нас идет. Номер каталога. Первый столбик. Дальше. Количество человек, которое в структуре. Следующее количество при расчете, если делаем 150 баллов бонуса. И процентный уровень. Вот красным выделено, да, это сумма в гривнах, которая будет нужна для выполнения этих 150 баллов. Здесь вот я взяла 1500 гривен. При закате на 150 баллов у нас уже будет ваш статус, ваш уровень будет 6%. И вы получаете на объемную скидку свою 58 гривен. Ну там в зависимости опять-таки от этой суммы где-то будет 58-70. Ну возьмем по минимуму 58 гривен здесь просчет идет. Дальше скидка по мере увеличения вашей структуры будет увеличиваться. Ну, точнее, ну, 70 гривен может быть, да. Но возьмем по минимуму, потому что там бывает, возьмем самый минимум, да. Дальше. Ваша структура растет. В вашей команде уже 2 человека, да. Вы приглашаете всего лишь одного человека. А вы приглашаете каждый каталог одного серьезного партнера, который повторяет ваши действия. Например, вы приняли, вот зарегистрировались сейчас в этом каталоге, вы приняли решение делать 150 баллов бонуса для того, чтобы сразу получать объемную скидку, для того, чтобы сразу относиться серьезно и строить бизнес. Да? И вы находите в течение каталога одного человека, всего лишь одного, который повторяет ваши действия, который тоже будет делать 150 баллов уже во втором каталоге. Количество по вашей персональной группе, да, групповой работы будет 300 баллов бонуса. Это тоже 6%, да, но ваша объемная скидка уже увеличится, будет 116. Вот, зелененьким обозначен доход. Третий каталог. Вы также приглашаете одного человека, партнера находите. Но нужно понимать, для того, чтобы найти одного партнера, то нужно человек 20 зарегистрировать. То есть это не каждый человек, которого будете его приглашать, будет вашим серьезным партнером. Это тоже нужно понимать и брать во внимание. Может быть 20, может быть 30, в зависимости, каким методом вы работаете, смотря где вы ищете людей, потому что здесь много нюансов. Но 20-30 человек примерно, да, это может быть один из 10. То есть мы сейчас говорим о тех серьезных партнерах, которые приняли решение работать. Да? Так вот, ваши серьезные партнеры также повторяют ваши действия и приглашают тоже по одному. И вот дальше растет таким образом ваша структура, да, и растет ваша объемная скидка. И смотрите, что получается. Вот здесь вот там, где вот красным цветом выделен столбик, да, вот эта сумма 9836, это та сумма, которая была по оплате заказом на ваш персональный номер, на ваш номер регистрации, да. То есть это продукция, которую вы купили для себя. Это ваши совместные покупки с вашими родственниками, да, с вашими близкими. То есть вот суммарно это сумма за 9 каталогов, то есть за полгода. Дальше вот идет просчет дохода, который вы получаете.
чтобы я здесь вот долго как бы вам не рассказывала, да, чтобы уже время мы не задерживали, то я озвучу, что сумма, которую вы можете в таком темпе заработать, составляет суммарно по нарастающей, да, это не за один каталог, не за месяц, это плюсуется вся сумма с учетом директорских премий, которые вы можете получить и получите, да, это 297 тысяч, то есть 300 тысяч гривен. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл научиться делать вот эти 150 баллов бонуса? Ответьте, пожалуйста. Потому что я часто слышу о том, что ну, как бы люди говорят, это сложно, это невозможно. Но опять, если понимать, зачем ты это делаешь, что ты получишь в результате, ради чего ты будешь делать, то можно этому научиться. Потому что у меня есть плохая новость, да, вот здесь мы прочитали уже, что так или иначе, все равно средства личной гигиены, вы и ваши родственники так или иначе покупают в магазинах, так или иначе вы деньги потратите. Но вопрос, кто на этом заработает? Хозяин магазина? Или заработает ваш интернет-магазин, заработают ваши партнеры, и вы вместе с ними получите премии, поездки, признание, да, благосостояние и возможность улучшить свою жизнь. А, да, 150 баллов бонуса мы делаем каждый каталог. Да, мы получаем деньги каждые 3 недели. Каждые 3 недели получаем мы деньги. Поэтому товарооборот у нас тоже проходит каждые 3 недели. Если при регистрации, вот этим 20 человекам, которых мы регистрируем, да, изначально мы будем рассказывать о пользе, о выгоде, о преимуществах, о перспективе, которую он получит, то из 20 найдется один, который примет ваше предложение и начнет серьезно строить структуру, строить бизнес, да, и будет понимать, зачем нужно научиться ему организовывать личный товарооборот и почему выгодно ему покупать именно в своем интернет-магазине. Потому что, смотрите, вот получается даже по цепочке, если вот вернусь к нашей цепочке, вот бывает так, что здесь в цепочке, вот, например, желтенький, да, вот вертикальный, вот у нас верхний, да, первый сверху желтенький, да, человек. Например, если даже он не включился в работу как партнер, если он не рекрутирует, да, он просто берет для себя, то вот этому человеку тоже выгодно делать 150 баллов бонуса. Почему? Потому что бывает так, что под ним уже может быть большая структура, например, директорская, да, который и объемная скидка уже на свои покупки он будет получать еще на объемную скидку 24%. Только потому, что он берет здесь в своем интернет-магазине свои 20% и еще плюс 24% от своей ветки. Это не будет сразу 24%, это может быть сразу там 6%, плюс, да, там 9, 12, там 18, 21. И в итоге, если эта ветка будет директорской, и вот этот человек, он просто идет для себя, ему тоже выгодно быть в этой ветке, в этой цепочке, потому что на его личные покупки компания будет ему еще возвращать на объемную скидку с его покупок 24%. Да, и так вот есть плохая новость, да, что есть два типа людей. Те, которые просто моются, и есть те, которые моются и получают за это деньги, получают за это доход. И если все упростить, то по большому счету мы получаем деньги за то, что мы моемся, за то, что мы пользуемся товарами теми, что все равно мы пользовались бы, еще за это получаем деньги. Здесь вот написали мне, просто новички пугаются, что надо делать всю минуту. Да, не нужно делать всю минуту. Мы сейчас работаем, мы сейчас рассказываем о перспективе, понимаете. Ну, для меня всегда важно было понимать, что я получу через месяц, через два, через год. Это не нужно делать всю секунду, все бросать. Это не является вот таким сейчас, вот, ну, скажем, жизненно необходимым. Да? Это я говорю о том, что это нужно научиться для того, чтобы вы получили все максимальные выгоды, все максимальные преимущества от сотрудничества. Вот просто зная маркетинг, да,
это как это выгодно сделать для вас. Потому что можно не делать, в принципе, эти баллы, да, какое-то время. Но тогда просто вы лишаетесь вот всех этих, скажем, процентов, которые можете в процессе наработать. И это раз. А второй еще есть такой момент. Есть такой момент еще, как дубликация. То есть, если мы этого не делаем, то как мы можем об этом говорить партнеру? Но если мы это делаем, если мы это умеем делать, то мы точно сможем научить этому своих партнеров. Все начинается только с себя, с понимания, с осознания и вообще с принятия решения. Важно понимать, зачем это делать. Когда мы понимаем, зачем делаем, тогда мы находим пути, способы и решения. Еще часто задаваем вопрос, хватит ли людей? А какая насыщенность рынка, да, потому что часто говорят, вот уже там каждый девятый говорит, что он в Oriflame, там, да, или там каждый там второй, или каждый там какой-то еще, да, то есть уже все в Oriflame и уже некому предлагать. Вот есть официальная статистика, что у нас 7% в России и 8% в Украине – это доли рынка косметики. Что это значит? Это значит, что только 7 или 8 человек из 100 покупают Oriflame. И давайте мы с вами разберемся на примере, например, нашей Украины. Какая у нас перспектива по поводу насыщенности рынка? Кстати, вот картинка, которая вверху, да, на золотой конференции было объявлено об уникальном случае, на мой взгляд, да, девушка с Китая, она за меньше, чем за год, у нее регистрация была в сентябре 2014 года, а в августе 2015 года у нее уже было 13 групп, было 13 веток. И ее секрет успеха в том, что она сразу людям рассказывала о серьезности подхода, сразу говорила о продукции и о выгоде организовывать личный товарооборот. То есть это вот, скажем, тот секрет или тот не секрет, который мы называем секретом, да, для быстрого роста. Поэтому если вы пришли зарабатывать, то нужно научиться делать 150 баллов. Если просто для себя, да, или просто вы выбираете там свободный темп, ничего страшного, вы можете это делать в том темпе, который вам, ну, скажем, комфортный, который вы считаете нужным. Это не является условным обязательным. Я рассказываю сейчас о выгоде, которую вы максимально можете получить от сотрудничества. Итак, какая же перспектива в Украине? Если за 20 лет насыщенность рынка в Украине 8%, то давайте мы рассмотрим вот увеличение, например, насыщенности рынка в половину, да, на 12%, то нужно увеличить еще на 4%. Соответственно, если за 20 лет насыщенность рынка 8%, то 4 нам нужно 10 лет. 10 лет работы. Население составляет 46 миллионов, 4% это будет 1,8 миллиона. То есть, если мы разделим на семьи, то у нас получается примерно 450 тысяч семей, которые есть на Украине, да, ну, потенциально. Средний заказ 150 баллов на семью, это значит, что купили витамины себе и детям. И если мы это количество семей умножим на 150 баллов, то товарооборот будет 7,5 миллионов баллов. Разделим мы его на 10 тысяч, да, то есть такой возьмем хороший директорский уровень, не 7,5, а 10 тысяч, да, с запасом, то получается, что 6750 директоров нужно для того, чтобы рынок увеличился на 4%. 6750. И рост доли рынка на 1%, всего лишь на 1%, нужно 1688 директоров. То есть работа еще не початый край. То есть если вот таким образом проанализировать статистику, то мы входим в эту 1000 директоров, и наши партнеры тоже входят, и партнеры наших партнеров, а потом у нас еще будет увеличиться население, а потом еще работаем не только в Украине. В общем-то, этот вопрос, я думаю, что, в общем-то, снимается. Да? И здесь есть интересная статистика, что в Монголии доля рынка Oriflame 80%. Для того, чтобы было 80% в Украине,
доли рынка Oriflame, то нужно 135 тысяч директоров. Поэтому не нужно придумывать себе отговорки, нужно просто работать. Нужно просто делать, нужно просто работать. Для того, чтобы принять решение правильно, да, для того, чтобы начать делать, то первое, я всегда рекомендую, это откровенно поговорить с самим собой. Поговорить, вспомнить, какая есть мечта у вас. Есть ли у вас схема, есть ли у вас план, как это достичь, как вы хотите это сделать, как вы хотите жить на самом деле, и есть ли у вас способ, как вы можете это достичь. Потому что наше время, без вложений, без рисков, при свободном графике работы, сидя дома через интернет, это лучшее предложение, на мой взгляд, на рынке. И, конечно, после принятия решения будут сложности, будут трудности, это нормально. Это нормально, потому что в любом деле идет проверка на прочность, идет проверка на результат. Итак, я уже заканчиваю. И хочу еще раз сказать, подчеркнуть, да, обозначить те виды дохода, которые нам предлагает компания. Мы можем выбрать какой-то из них один, а можем использовать сразу все. Первое – это экономия. Второе – это объемная скидка, которую мы получаем на свой номер регистрации или на расчетный счет в банке, который выбираем сами. Это бонусы от компании, это премии и это нефинансовые вознаграждения. Это подарки, это машины, это путешествия. Вы можете выбрать что-то одно, а можете выбрать все сразу. Все зависит от вашего желания, от ваших амбиций. И вот такая табличка премий за звание. Она также есть в нашем маркетинг-плане. Вы можете с ней ознакомиться. Еще раз подчеркиваю, что маркетинг-план – это документ, согласно которого компания выплачивает нам деньги, поэтому это официальный документ. Все эти премии можем получить. Что нужно сделать сейчас? Первое, что нужно сделать, то, что рекомендую, написать вашу цель, что вы хотите достичь, и написать цель, достижение которой вы связываете в нашем проекте. Подумайте, вот какая сумма нужна вам для осуществления вашей мечты, вашей цели, какая сумма денег вам нужна, чтобы вы понимали, сколько денег вы хотите зарабатывать. Потому что бывает часто, когда я спрашиваю, какая сумма дохода нужна, то люди просто не готовы к этому вопросу и не знают, сколько вообще не хотят зарабатывать. Для себя сами определите сумму, какая сумма вам нужна, за какую сумму вы готовы обучаться, работать, делать. Это важно, да, важно понимать, потому что вы должны знать, ради чего вы это будете делать. Следующий момент. Обязательно изучите план успеха. Свяжитесь со своим спонсором и составьте план вашей работы. И потом нужно действовать до результата. И помните, что нужно смело обращаться со всеми вопросами, потому что спонсор достается тому, кто его достает. Не стесняйтесь, обязательно спрашивайте, столько раз, сколько нужно. Потому что вот по частоте, как вы обращаетесь, да, мы будем понимать и судить вообще о серьезности ваших намерений. Поэтому без всякого стеснения, я на этом делаю акцент, смело обращайтесь со всеми вопросами. Ну и, конечно, главный секрет, я думаю, что все его знаете, это нужно делать. Нужно делать. Дорогу осилит идущий. Я готова ответить на все ваши вопросы с удовольствием. Пишите в чате, я подожду. Если есть вопросы, пишите, что непонятно. А за сколько времени я добилась такого результата? За первый год, опять-таки, результата здесь нужно понимать от принятия решения, потому что моя регистрация была в компании 3 года, когда я, скажем, наблюдала, изучала, и только тогда, когда я прочитала план успеха, опять отвечаю сейчас Татьяне, да, за сколько времени я добилась результата. И вот именно после прочтения плана успеха, это документа, согласно которого компания уплачивает деньги, да, я с уровня 15% вышла на уровень директора,
За второй год я закрыла три звания, и за третий год я закрыла звание бриллиантового директора. То есть мне понадобилось 3 года. Мне понадобилось 3 года. Сейчас это можно делать быстрее, потому что тогда мы работали только в одном городе, в нашем городе Чернигове. Он небольшой, у нас 300 тысяч населения. Сейчас просторы интернета – это вообще неограниченная, скажем, не ограничивает наши возможности территориально никак. Мы сейчас можем работать в международной регистрации. Хорошо Россия регистрируется, Казахстан хорошо регистрируется, любит очень продукцию Oriflame и компанию Oriflame. Поэтому мне кажется, что сейчас именно время действовать, потому что в интернет пришли еще не все предприниматели, и мы сейчас в нужном направлении работаем, поэтому сейчас важно взять темп и работать очень быстро, потому что моя любимая пословица «быстро побеждает сильного». Здесь не нужно быть умным, понимаете, в чем дело? Здесь не нужно быть умным, не нужно быть сильно грамотным. Здесь нужно иметь желание, здесь нужно просто делать, найти тот способ, тот метод, который будет близок вам, не подойдет один, значит, другой, не другой, так третий. Подобрать то, что вам нужно, то, что вам комфортно, и просто работать, просто делать. Потому что здесь все начинали с нуля, понимаете, все директора, все президенты, все начинали с нуля. Здесь не нужно блата, здесь нужно понимание самой сути и потом делать. Потом делать, создать, найти команду партнеров. Поэтому еще раз настоятельно рекомендую, кому нужны деньги, кто готов работать, у кого есть планы, у кого есть мечты, обращайтесь, звоните, пишите, не молчите. Поможем, расскажем, сделаем вместе.